случайно. По-моему, это твой Роуз. О, спасибо, Маринет. Ты хоть понимаешь, что это твой первый концерт? Будет просто невероятно. Его все еще нет. Не переживай, девочка. Концерт ведь еще не начался. А если он не знает адрес, или запомнил не тот день, или заблудился? Можешь узнать у Нины, пожалуйста. Ну так, просто спроси его. Эй, Нино, слушай, а Эдриан случайно не объявлялся? У него какие-то дела с отцом. Сказал, что придет сразу после. Говорит капитан Анарка. Ну, как у вас дела, мои юные пираты? Готовы отпраздновать? Так, что это ты делаешь? Здравствуйте, я отвечаю за уборку. Ваш корабль будет скрипеть от чистоты. Ты за уборку? Ха-ха-ха-ха. Мы тут никогда не делаем уборку. Разве моя дочь не сказала? У нас тут все без прикрас. У нас на свободе нет правил. В хаосе рождается мироздание. Беспорядок — это жизнь! Я все услышал. Ты точно занимаешься, Эдриан? Я просто раз за разом повторяю одни и те же упражнения. Мне кажется, было бы полезнее, если бы я поиграл с другими музыкантами. Ведь музыка создана для того, чтобы ей делиться, тебе не кажется? Агресты всегда были солистами. Мы не состоим в группах. Тебе необходимо еще поупражняться. Я зайду позже, проверю. Но, отец, ты обещал отпустить меня к друзьям на концерт. После такого исполнения нет. И в его качестве наверняка они и виноваты. Соберись, Эдриан. Привет, друг! Ой, что случилось? Да уж, это жестоко. Ну, удачи тебе, тогда до завтра. Ну, послушай, отец уже не в первый раз не дает ему видеться с нами. Я бы даже удивилась, будь все иначе. Йо-хо-хо, матрос! Никогда не ставь металлический предмет рядом с компасом, слышишь? Металл притягивает стрелку как магнит, поэтому они никогда не должны находиться рядом. Как я их понимаю? Может, я как эта статуэтка, а Эдриан мой компас? Наверное, нам суждено всегда быть далеко друг от друга. А я думаю, что все наоборот. Он статуэтка, а ты компас, который сходит с ума, когда она приближается. Значит, в другой раз, Маринет. Ты так уже в прошлый раз говорила. И еще до этого. Мы готовы, капитан. О, но Люка нет. Ты Маринет, да? Да, мадам. А, капитан. Раз уборка на тебе больше не висит, ты не могла бы передать Люка, что мы ждем его внизу на репетиции? Конечно. Но кто такой Люка? И где он? Люка — это мой сын. Думаю, он в своей каюте. Сюда. Груша, группа ждет тебя. Привет, мама Маринет. Прости. Я просто пытался настроиться. Как странно. Похоже, сейчас у тебя в сердце что-то такое. Музыка часто говорит лучше слов. Тебе нравится музыка Джаггеда Стоуна? Это мой любимый певец. Мой тоже. Забирай, если хочешь. У меня их полно. О, спасибо. Мне уже нужно идти. Как ты там сказала? Груша, да? Я правда так сказала? О, нет. Ты такая забавная, Маринет. В рамках
рамках ежегодного музыкального национального фестиваля Парижская мэрия организовала многочисленные бесплатные концерты со звездами в самых престижных местах. К нам присоединился достопочтенный мэр Андре Буржуа. Что ж, Экс Уайт выступит на площади Согласия, Лора Найтингейл в Лувре, филармонический оркестр около здания мэрии, а месье Джагет Стоун на Эйфелевой башне. И не будем забывать о многочисленных концертах, которые парижане дают по всему городу. Этот фестиваль обещает стать самым незабываемым мероприятием, которое проводится в Париже с 1982 года. Я Надя Шамак, оставайтесь с нами и слушайте нас. Ну хватит уже, встряхнись немного, дружище. Тут есть и плюсы. Ты можешь посмотреть все концерты, удобно расположившись на диване. Я просто хотел сходить на концерт друзей, Плак. Ну а что же ты так и не сказал? Как вдруг я тебе устрою концерт, который ты никогда не забудешь. Камамбер, ты сыр моей мечты. Камамбер, ты делаешь ярче жизнь. Спасибо, Плак. Лучший концерт на свете. Ну что, все хорошо? Похоже, что компас Маринет нашел себе новую статуэтку. Что? Люка? Ну нет, не смеши меня. Конечно, он крутой, милый и все такое, но только лишь одна статуэтка сводит мой компас с ума. Хо-хо, матросы, устроим им шоу! Жду команды Люка! Вам это понадобится, поверьте. Анарка, вы что, совсем с ума сошли? Это ведь 160 децибелов. В 10 раз громче звука реактивного двигателя. Так нельзя. Играйте что-нибудь другое. Сегодня национальный музыкальный фестиваль, Роджер. В моей команде можно играть что угодно. Это фестиваль музыки, а не жуткого шума. Если вы не убавите звук, я буду вынужден вообще закрыть ваш концерт. А, может, мы и правда немножко убавим звук, капитан? И тогда не будет проблем, так? Нет, это не обсуждается. Я не зря назвала свой галеон «Свобода». Это дело принципа. Вы что, не слышали о свободе слова, Роджер? Это мой дом. Я делаю, что хочу. У вас есть документ, разрешающий швартовать плавучий дом в этом месте? Сено принадлежит народу. Вам нельзя причаливать здесь без специального разрешения. То есть и концерт давать здесь вы не можете. Не говоря уже о бардаке на палубе, о порче пейзажа. Я выпишу вам штраф. И украшения слишком вычурные. Еще один штраф. Вы сами напросились. Еще штраф за то, что вынуждаете меня выписывать много штрафов. Еще за высокомерие. Еще за то, что я не могу уснуть. Еще за то, что у меня морская болезнь. И еще... Подавление души, которое требует воли и свободы. Это идеальная мишень для Акумы. Лети, лети, мой маленький Акума, и вселись в нее! Я не хочу сдаваться! Капитан Хардрок, я бражник. Наши власти сомневаются в твоем праве шуметь, сколько вздумается. Теперь город не услышит ничего, кроме твоей музыки. Я даю тебе неразрушимый корабль, и ты будешь плавать по всему Парижу и играть свою музыку везде, и так громко, как тебе только вздумается. А взамен ты принесешь мне самые ценные сокровища. Талисманы Леди Баг и Суперкота. Сокровища в обмен на свободу? Йо-хо-хо! Тогда я стану твоей пираткой, бражник! Команда, поднять паруса! Давайте хорошенько похулиганим тут! Мам? Что происходит? Твоя мама снялась с якоря, дружок! Я капитан Хардрок! И сегодня Париж будет потрясен моими мощными пушками! На запад! Хо!
Свобода! Плывем к Джаггеду Стоуну, к Эйфелевой башне! Скоро в Париже останется только один концерт и только один музыкальный фестиваль. Остальные мы уничтожим. А теперь садитесь за инструменты, салаги, и пусть зашкалят децибелы. Мам, пожалуйста, не надо срывать музыкальный фестиваль. Вы не можете заставить людей слушать вашу музыку. Мы не станем так играть. Это бунт на моем корабле. Свобода, схвати этих прохиндеев и швырни их в грузовой отсек. Меня никто не остановит! Я буду играть свою музыку! Огонь! Специальный выпуск. Париж под очередной атакой. Новый злодей уничтожает все музыкальные концерты один за одним. Срочно найдите укрытие. Может, я и под арестом, но сейчас играют мою песню. Да, я знаю ее наизусть. Лаг, когти! Ух ты! Как ты это сделала? Вот этой штукой. Ты потрясающая. Просто волшебница, Маринет. Ты думаешь? О, это пустяки. Потрясающие, правда? Извините, но некоторые из нас до сих пор прикованы. Маринет, она идет. Мы вернемся, обещаю. Беги, Маринет, скорее! Хватить его! Далеко она не уйдет. Что там принесло? Тики, надо спасать друзей. Тики, давай! Обнаружена новая мишень! Огонь, Вексуая! А теперь... Вот. Что это было? Бей в суперкота! Схватить его! Схватить их! Приказываю остановиться именем закона. Да. Огонь, свобода! Спасибо, Леди Баг и Суперкот. Вы пока спрячьтесь, мы с ней разберемся. А теперь на поиски сокровищ! Надеюсь, тебя не укачивает, котик? Все будет отлично. Главное, не промокнуть. Схватить их! Как думаешь, где Акума? Наверняка где-то на корабле. Тогда, надеюсь, катаклизм нам поможет. Стой, в трюме остались пленники. Если потопишь корабль, они утонут. Огонь по Найтингейлу! Надо остановить корабль. Ему явно пора уже бросить якорь. Поскребемся! Плохо дело. Заблокировала! Свобода отвечает только мне! Схватить ее! Леди Баг! Леди Баг, а Маринет цела? Она сбежала. Это она меня предупредила. Да, Маринет невероятно храбрая. Супершанс!
Еще цепь? Лучше бы это были плоскогубцы. Не переживайте, я придумаю, как нам выбраться. Схватить его! Отлично, капитан Хардрок. Моим сокровищем станет твой талисман. Ничего, потерпи немного, букашечка. Ты будешь следующий. Я приказываю вам остановить корабль именем закона. Снова он. Огонь! Ангард! А? Куда он делся? Если вы не отдадите свои талисманы, моей следующей мишенью станет мэр Буржуа и его сухопутный оркестр. Свобода, наш курс на мэрию! Спасибо, миледи. Еще немного, и мной кормили бы рыб. У нас проблема, Суперкот. Я не смогла освободить пленников. И я понятия не имею, что теперь делать с этим. Наверное, это говорит о том, что ты прикована ко мне навеки. Меня оковами не удержишь. Захватим корабль. За мной! Есть, капитан Леди Баг. Ха-ха! Что опять вы? Пора мне уже отправить вас на дно раз и навсегда! Нет! Отойдите от компаса! Последний раз прошу, остановите корабль именем закона! Больше ты не будешь творить зло, Акума. Маленькая бабочка. Получилось! Что произошло? А, да ничего, у вас просто разыгралась морская болезнь. Пора вам отчаливать, миледи. Чудесная Леди Баг! Удачного концерта! Полетела! Во имя великого Нептуна, капитан Хардрок не сумела достать наши талисманы. Но все же однажды, Леди Баг и Суперкот, ваши сокровища станут моими. Не хочешь сыграть эту пьесу вместе со мной, отец, дуэтом? С тобой сыграть дуэтом? Пожалуйста, раз мне нельзя на концерт к друзьям, давай хотя бы сыграем. Если тебе так хочется, можешь сходить на концерт. О, спасибо, папа. По мне, это все равно громковато и превышает разрешенный лимит децибелов. Но по такому случаю прощаю. У нас все-таки музыкальный фестиваль. Класс! Спасибо, Роджер. Хорошего концерта. Здравствуйте. Смотреть, куда ходить, не падать. Эдриан, ты как, старик? Да, все хорошо. О,
Оригинальный ZX-2004. Я просто обожаю его звучание. О, это рухлядь. Никто не умеет на ней играть. А я умею. Класс. Добро пожаловать, Эдриан. Спасибо. Люка. Спасибо, Люка. Компас уже сходит с ума? Знаешь, малышка, иногда беспорядок — это хорошо. Выбрось я этот синтезатор, мы бы не нашли нового члена группы. Всем добрый вечер. Мы группа кошечки. Раз, два, три!